Мы с вами из разных партий, но у нас общая цель – сильный регион, где комфортно и безопасно жить людям, подчеркнул в своем выступлении на заседании Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских. Буквально неделю назад его кандидатуру на выборы губернатора Ульяновской области выдвинула партия КПРФ. А 28 июня Алексей Русских подал в избирательную комиссию пакет документов для участия в выборах. Во время заседания он обратился к членам «Единой России» с просьбой о поддержке в прохождении муниципального фильтра. Сегодня я обращаюсь к вам как кандидат в губернаторы Ульяновской области. Партия «Единая Россия» в Ульяновской области играет важную роль. Вы ведущая политическая сила. Нас ждет избирательная кампания, которую мы все обязаны провести честно и открыто. Решать будут люди, жители области. Уверен, что поддержка со стороны депутатов вашей фракции в прохождении муниципального фильтра для всех выдвинутых кандидатов в губернаторы будет самым правильным и справедливым решением. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских выступил с отчетом перед депутатами в законодательном собрании области. В своем выступлении он подчеркнул, что его цель – объединить все конструктивные силы региона, все политические партии, общественные движения. Безусловно, мы, работая вот эти 90 дней, выстраивая с нашей точки зрения рабочие, деловые отношения, прежде всего с Алексеем Юрьевичем, как с губернатором, которого делегировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы на делах, если хотите, на проектах проверяли, значит, сверяли наши позиции и в Рио губернатора. Члены президиума единогласно поддержали позицию Алексея Русских по консолидации усилий на развитие Ульяновской области в интересах ее жителей и обещали помочь в сборе подписей муниципальных депутатов. Большинство тех проблем, которые беспокоят жителей, также нашли свое отражение в тех рабочих документах, с которыми Алексей Юрьевич непосредственно выходит на выборы. Поэтому мы считаем, что прошедший период и все наше общение обеспечивает перспективную работу в будущем. И для этого есть самые серьезные основания. Алексей Юрьевич поблагодарил всех присутствующих за поддержку. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Ул Правда ТВ.